Я не знаю, откуда произошло название печенье «Суворовское», подозреваю, что из-за молниеносности его приготовления. Готовится оно действительно быстро и просто. Очень простой и быстрый рецепт. Смотрите пошаговую инструкцию и готовьте с удовольствием. Вам точно понравится такая выпечка. Подготовьте ингредиенты. Влейте яичные белки, добавьте щепотку соли и ванилин, снова взбейте. Просейте муку, смените насадки для миксера на насадки для замешивания теста, замесите тесто. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой «Звездочка». Отсадите печенье на лист для выпечки в любой форме, которая вам нравится. Выпекайте около 10 минут при температуре 200 градусов. Печенье можно украсить растопленным шоколадом.